виски звонит высоко. С ментом. Я такую впервые в жизни вижу. Друзья, это мой телеграм-канал, где я буду рада видеть каждого, особенно сейчас с этими всеми мутными новостями по поводу Ютуба, чтобы мы с вами всегда могли поддерживать связь. А еще я стараюсь активно вести свой Инстаграм. Туда я снимаю вообще другой формат, стараюсь сделать все красиво. Короче, реально очень стараюсь, придумываю свои идеи, не снимаю одно и то же, поэтому буду очень рада вашей подписке, ссылки в описании. Ну и желаю вам приятного просмотра. Посмотрите, какое нежное тесто получилось. Просто песня. Тут еще и белка много. Вообще кайф. Время 12:30 ночи, я готовлю белковые оладушки. Почему я называю их белковыми оладушками? Потому что я туда добавляю творог, чтобы было больше белка. Что ж, я наготовила, не знаю, что на меня нашло, обычно мне лень. Еще пока я всем этим занималась, я знала, что это затянется на часа полтора, за это время может постираться стирка, белье. И я его уже развесила. Время уже 1:00 ночи. Вставать не в 5 утра, друзья. Очень душно. Ну, короче, все. Увидимся сегодня через 4 часа. У меня по утрам губы как будто гиалуронкой накачаны. Короче, сейчас буду заплетаться и собирать рюкзак, потому что ни разу в своей жизни я еще ни рюкзаки, ни сумки, даже чемоданы не собирала с вечера. Зачем это люди вообще делают? Когда можно собираться с горелой жопой за 5 минут до выхода. Например. Как запампить руки с утра? Очень жарко. Значит, девчонки опаздывают. Я не знаю, успеют они вообще или нет, потому что через 10 минут отправления они пишут, что им там надо это газу. Это я просто им сказала, что я блинчики приготовила, так бы они поторопились, я думаю. Вообще удивительно, что это я стою и жду. Обычно наоборот все. Я бегу с горелой жопой в надежде успеть хоть куда-нибудь, а меня ждут. Но сегодня, не знаю, снег пойдет, наверное. Хотя вроде нет. Ну куда же мы все-таки намылились в 5 утра? Мы захотели покататься на сапах, и поэтому поехали в поселок городского типа Гатчинского муниципального округа Ленинградской области Сиверский. Во, грузануло сейчас, да? Я на этих досках не каталась ни разу. Это будет мой первый опыт. Ну и, конечно же, познакомлю вас с теми, кто будет составлять мне компанию до конца этого ролика. Это Вероника. Вероника, кстати, разговаривает на китайском и вас может научить. Меня вот учила нихао, нихао ма, цзай цзин. И это пока что все, что я запомнила, но дальше больше. Или я и это забуду, и тогда будет дальше меньше, но надеюсь, что нет. Короче, если вам надоело профессионально молчать на всех языках, то заходите в аккаунт Вероники и Катя. Вот по прошествии всех этих дней, что вы видите в этом влоге, смело могу сказать, что это просто лучшее компании в моей жизни. Супер, да. Я рада. Готовила все... до 1:00 ночи. Все рецепты от Сони вообще топ. Спасибо. Давай хип-хоп. Модный. И раз. Короче, мы сейчас уже поплывем. Я не умею плавать, надеюсь, я доплыву. Мне, если честно, стыкотно. Я вот одна в жилете. Напоминаем, она на физкультурном факультете. У меня 2 по плаванию. А мама сказала, мне сейчас жилет надеть. Чуваки, я на сапе. Я ничего не поняла. Нам проводили инструктаж. Я ничего не поняла. Нифига! Здесь глубоко! Здесь глубоко очень. Господи, помилуй. Ага. Вообще пока ощущения интересные, но я не могу плыть прямо. Ну потому что я прослушала все. Я снимала вам влог, поэтому у меня мимо ушей все. Катюха плывет. Че, как? Как там видно? Нам нужно плыть в ту сторону, нет? В сторону водопада, чтобы скорость набрать. А я не знаю, я просила. Тут еще, короче, вот такие вот водоросли. Очень красиво выглядит. Еще там была тетенька, которая с собачкой планирует на сапе плыть. Прикиньте.
Я не понимаю, как никто самой уплывет, а кто-то еще с собакой. Вообще, я в шоке. Я стою на сапе. Наш маршрут подходит к концу, у меня уже отсохли плечи, просто все руки. Сейчас нам предлагают скользнуть с тарзанки. Мы после. Еле доплыли. Как доехать до дома? Хотим пельмени. И арбуз. И арбуз. Именно вместе. Все, мы отчаливаем домой, мы задолбались вообще конкретно. Все, ребят, спасибо, что пришли. Спасибо большое вам. Все, спасибо большое. Хорошего дня. А, нет, не вечер не будет. Все, хорошего дня. До свидания. Друзья, такой резкий glow-up. Я теперь с брекетами. Что ж, сегодня у нас новое приключение. Этой же компании мы едем в Выборг. Интересно. Друзья, меня снова узнали. Как тебя зовут? Ксения. О, все, готово. Выйдем. Прям не дорвался. Короче, эти Алёши опять опаздывают. Сам пошутил, сам посмеялся. Не, вообще реально европейский вайб присутствует. Помню рваные джинсы. Че говоришь, здесь самые вкусные курники? Да, да, вроде как, сейчас проверим. Окей, проверим. Можно на том купить? Я не могу жевать это. Подумаем, девочки, чтобы не опаздывать. В пять сыграешь что-нибудь такое великое? На, пиш. Браво! Браво, браво! Ну, с педалью гораздо круче звучит. Впечатления мне расскажи. Да что, какие впечатления? Единственное, что помню, за 7 лет мы сгорели школу. Наше съемочное место. Наши зрители. Бесплатно. Какой концерт даем, я не могу. Я довольна. Супер! Даш? Вероник. Что, ты запомнила? 50-50, чуть-чуть. 2, 3. Одной кирпичной. Заново. Сейчас, музыка. Поняла? Вам с первой секунды. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ha ha ha!
она лучше. Я немножко забыла. Все, типа играем, да? Видите, я в НАТО не играла, вообще что-то не рада. Я типа в шашки, в шахматы. Нет, я все, я тебя уже обыгрываю. В одному играю. Понял. Крутой рисунок. Реально, надо снять. А что? Там он типа, видишь, наоборот сюда. Он спрятал. У женщины, знаешь. Проводник. Ну, как будто туда. Туда? Если занят, то уже буду. Зубочистка из Владивостока. С ментолом. Я такую впервые в жизни вижу. Вероника Иванова привезла. Тоже надо говорить. Вероника Иванова привезла. Эти. Типа нормально петь. А звук слышите? Хорош. Нас там никто не будет слышать? Да, пофиг. Надеюсь, нет. Добрый вечер. Так. Если бы работала, мы бы купили, ребят, честно. Мне так плохо. Все? Так плохо. Вот пост, помним. Никогда не заказала на Вайберс 001 секунду. Резюме, финансово грамотно, что пишем? Меня убрать? Сделай это еще раз. Чалыч. Ее снимай, как она там, ребят. Смотри, у нас с трех телефонов фотки, я в шоке. Ждите себя на ютубе. А вы чего снимаете? Лайфстайл блог. Лайфстайл? Лайфстайл. Подписывайтесь. Софика. Сегодня в Питере, на крыше, на лофте. Давай, давай. У него интервью возьмите, перед вами, пожалуйста. Я не буду мне их хвастаться. Правильно. Пацаны не гордые. А у вас Кадиллак есть? В плане того, что прям вот подписчики полетят к вам. А, да? Файв, да? Что? Йоу, мы вышли из этих этажей. Мы бежали с другого выхода. Лишь бы вот этих вот парней, вот этих вот тэквондистов Японии они встретили. Идеально. Вот все чисто. Друзья, ну и на этом мой влог заканчивается. Надеюсь, что он вам понравился, потому что мне очень понравился. Я взахлёб это смонтировала и буду пересматривать еще не раз. Подписывайтесь на мои соцсети и не забывайте про девчонок, они очень крутые. Ну, а следующий влог уже выйдет совсем скоро. Это будет большое видео про установку брекетов, где я показала все. Ну и пока-пока. Ты просто жвачка,